Продается двухкомнатная меблированная квартира в Оренбурге по улице Герцена, 47. Телефон 22-73-07. Сдают однокомнатную меблированную квартиру по проспекту Победы, 155. На длительный срок 15 тысяч рублей в месяц. Телефон 90-68-36. Срочно продается благоустроенный коттедж 250 квадратных метров в селе Благословенко, в 3 километрах от Экодолья. Сауна, бассейн, спортзал, участок 12 соток. Телефон 96-38-07. Продают двухэтажный дом в поселке Весенний 2. Телефон 8-910-401-40-30. Оформление наследства, земельных участков, самовольных строений, пристроев, перевод жилого в нежилое. Телефон 60-12-91. Художественная ковка любой сложности. Оренбургский профметалл. Телефоны 24-74-74 и 99-24-24. Ремонт стиральных машин, продажа запчастей, телефон 60-60-80. Учебный центр «Щит» проводит обучение правилам безопасного обращения с гражданским оружием. Травматическое, охотничье. Адрес: улица Донецкая, 131. Телефоны 25-75-78, 68-82-82 и 68-82-57. Ремонт стиральных машин недорого. Телефон 420909. На временную работу в летний сезон на комплекс отдыха «Майорка» требуются администратор гостиницы, горничная, кассиры, контролеры, работники на прокат катамаранов, спасатели, водители автобуса, медработники и сторожа. Звонить в рабочее время по телефону 8-922-860-42-92. В кафе на постоянную работу требуются повар, пекарь-кондитер и официанты. Телефон 230426. Требуется водитель погрузчика. Телефон 61-67-00. В гостиницу «Виктория» требуются горничные и охранники. Телефон 220-919. Требуются повара. Телефон 20-30-74. Требуются водители на маршруты. Телефон 290478. Требуются продавцы в табачный павильон. Телефон 298548. Требуются продавцы кваса. Звонить 23-60-60. Требуется уборщица-уборщик на улицу Беляевскую и Донгусскую. Телефон 555-105. Пельменный цех, поселок Куйбышево, требуется лепщица пельменей. Телефон 677-621. Требуется менеджер активных продаж. Телефон 76-20-44. Требуются грузчики-комплектовщики. Зарплата 20 тысяч рублей. Сменный график. Телефон 54-18-88. Требуется оператор-кассир. Звонить 92-53-88. Строительные организации требуются электрик, сварщики, каменщики, монолитчики, крановщик 5-7 разряда и разнорабочие. Телефон 52-11-91. Требуются уборщицы и уборщики, работы по графику. Телефон 61-25-71. Требуется продавец колбасных изделий в село Татарская Каргала. Санкнижка «Опыт работы». Телефон 25-64-31. Требуются лицензированные охранники. Телефоны 8-987-888-7302 и 40-45-62. На улицу Тихую требуется уборщица-уборщик. Конечная 57-го маршрута. Графики различные. Телефон 30-20-10. В загородное кафе требуется шашлычник. Телефон 55-36-25. Требуются лицензированные охранники в гостиницу. Звонить 23-28-44. Требуются квалифицированные повара. Телефон 90-84-60.
требуются упаковщицы и упаковщики. Телефон 8 919 858 0588. Требуется парикмахер-универсал. Телефон 233-680. Требуется водитель с категории CE на КАМАЗ «Сельхозник» с прицепом. Телефон 42-16-07 и 8-922-89-22-132. Требуются частные охранники, в том числе женщины, трехразовое питание. Телефон 31-28-02. Производственную организацию требуется энергетик, опыт работы от 3 лет, 5-я группа допуска по электробезопасности, инженер-проектировщик, опыт работы в панельном домостроении, юрист, высшее образование, опыт работы в строительной отрасли, электромонтер, опыт работы от 1 года, не ниже 4-й группы допуска по электробезопасности. Телефоны для справок 30-62-54 и 30-62-53. E-mail вы видите на экране. Кадровик, 25 тысяч рублей, телефон 59-92-58. Товаровед, 32 тысячи рублей, телефон 26-29-39. ИП требуется помощник от 46 тысяч рублей, телефон 60-46-97. Помощник по персоналу, 28 тысяч рублей, телефон 92-89-85. Администратор, 22 тысячи рублей, телефон 60-26-53. Снабженец, 37 тысяч рублей, бухгалтер, 29 тысяч рублей, телефон 46-68-97. Замруководителя, в том числе офицера запаса, 38 тысяч рублей, телефон 60-36-87. Работник с документами, 22 тысячи рублей, телефон 60-46-97. Замдиректора, 35 тысяч рублей, звонить 46 35 20.